Вот снова вечерняя кормежка моих итальянских друзей. Буду называть их так. Так мне их поведение напоминает итальянцев. А вот один висит, это же вообще. Смотрите. Вот они. Висят такие, как груши. Сейчас я снимаю из-за окна, ну, чтобы их не пугать. Ну, вот так вот они себя ведут. Вот так молодец показал нам номер. Цирк Шапито на выезде. Смотрите, еще раз. Опа! Молодец! Давай еще разок. Опа! Ну, прям дрессированный. Вот они, дружочки. Вот он делает такое непонятное. Висит на листике. Смотрите. Опа! Крутится. Сейчас они шумят за забором, так как соседи мои посмотрели, что я их кормлю, и тоже поставили кормушку. Главное, чтобы они им воду ставили. Вода сейчас для них очень важна, потому что у нас горят леса, и страдает дикая природа и дикая живность. И поэтому для них самое главное, мне кажется, сейчас это вода. Я им даже сняла вот эту купальню, поставила вниз. Так как еды им хватает, вот там, например, как в предыдущем видео я показывала, что они едят. Вот там дерево в цветах. Теперь вот скоро наша агава будет. Ну, то есть им есть что покушать, так как они все-таки нектарные птицы. А вот наш главный смотритель за птицами. Матильда Мейн-кун. Да, Моть? Ты смотришь за ними лучше всех. Особенно за нашей Валей. Вот он, красавчик, пьет водичку из верхнего бассейнчика. А вот, кстати, австралийский макпай у нас купается в нашей купальне. Это австралийская сорока. Вот так они это делают. Классно, да? Ну все, птички опять обратно улетели на то дерево, где цветы пока еще остались. Наш главный охотник устал и решил отдохнуть. Решил поспать. Такой вот смешной.